Друзья, приветствую. 21 ноября. Ну, где-то полчетвертого уже немножко смеркается. Но вот это у нас сегодня целый день вот такая погода. Сильный-сильный ветер. Вместе с дождем. Моква такая, все мокрое. Ковры наши мокрые. Земелька мокрая. Посмотрите эти бедные растюшечки. Ветрюганище, интернет у всех везде порвал этот проводной. Ну, мобильный интернет кое-как ловит. Вот это так мы сегодня и живем. Вообще, мне так, ой, а небеса, посмотрите. Мне так вообще все утро и всю ночь я его слышала, и он прямо шептал: Лена, ну куда вставать, лежи, спи. Посмотрите. О, так, а ну ближе, ближе, ближе. Вот это такая черная-черная туча. И она нормально так движется. Мне даже кажется, нет, а не, все равно он по дальнему дереву видно, что, хотела сказать, вроде бы как немножко успокоился. Ну, может, и был сильнее, но сейчас все равно ветер. Игорь так не хотел никуда ехать. Ну, что делать? Поехали, хлебушка надо купить. Такую погоду дома сидеть, вот это только кушать, читать и дремать. Так что такая у нас погода выдалась на 21 ноября. Завтра вроде бы по прогнозу дождя и ветра нет, а послезавтра дождь еще раз. Но вроде бы без ветра, потому что ветер — это, конечно, ужасно. Вот такие дела, друзья. Смотрите, какой гербарий Лизонька вчера из лесу принесла, сама соорудила. Теперь такая красота украшает нашу кухню. А я только что, смотрите, с подоконника, у меня же тут капусточка. Я ее только что попротыкала, и дальше она у нас киснет. Не помню, сегодня это второй или уже, по-моему, третий день капусточка киснет. Так, это семечки, кстати, высыхают. Ага, да, уже сухие, все вот это, даже шкарлупня вот это сухие. Так, и вот этот перец, я сейчас его переберу, где, если есть там хоть немножко какой-то вяленький, пусть довяливается. Но есть такой, что уже полностью сухой. Я его сейчас переберу, и надо будет в кофемолочку перетереть, и будет у нас собственный перетертый острый перец. Так, съездили мои такие за хлебушком, купили сырочек. Все, все дома, все на месте. Да, Иван, ты-то тут при чем, а? У тебя все есть, я тебя покормила. В 4 часа кое-кто должен отключить свет. И мы готовимся во всеоружие. Сейчас пожарю семечек, подогрела всем картошечку, пока они ездили за хлебушком, чтобы все были с горячим обедом. Ну и семки должны быть жареные в доме. Это моя слабость. Мы вчера орешек так... О, Дэйвену помешало кушать. Дали ему остатки нашей сардины. Грызет. Вот так вчера где-то было ореха. Вот это мы все подошли, пощелкали, покушали. Вкусные такие хорошие орешки. Это те, что мы собирали вот там, где молочко покупаем у пана Григория. Вкусные орешки, хорошие. Еще один раз присесть, и орехов не будет. В общем, перебрала я. Вот это вот такой самый-самый сухой, что вот прям лопается. И то где-то там есть какие-то... Ну, в общем, еще ему нужно полежать. Буду вот так вот переворачивать, в другую посудину положила. Такой он еще вяловатый где-то есть. То есть мука, как она, кофемолка не возьмет его. Еще нужно ему сушиться. Где-то с месяцок, я думаю, точно ему где-то тут около батарейки надо еще постоять. Так что вот это сейчас тоже не буду этой маленькой кучкой озабачиваться. Сюда все кладу.
И через некоторое время пусть уже хорошо досохнет, потом перемолю его, и будет тогда уже острый перчик. У меня в холодильнике лежала тыква порезанная, готовая к употреблению. Ну, в смысле, на противне готовая. И смотрите, она испортилась. Все. То есть она лежит буквально там недолго. Так мне пришлось идти в погреб, и придется сейчас разделывать тыкву, потому что захотелось мне тыквочки приготовить. Взяла, смотрите, еще отварю свеколку. Насколько хорошо я ее обрезала. Смотрите, как обрезана. И все равно, видите, пошла расти. Вот это да. Че, вообще вот так срезать, что ли, надо, чтобы не было повадно ни с каких щелей вылезти. Ну, вот так. Я засунула в духовочку уже мяско, курочку туда положила. Забыла показать. А это еще чуть-чуть тыквочки Игорь мне нарезал. Маслечком чуть-чуть смастила. Сейчас сахарочек. И они под фольгой пойдут туда же. Вместе будут готовиться в духовке. Думаю, запахи не перемешаются. Ну, вот так вот засовываю туда. И будет небольшой десертик еще нам на ужин. Приготовила я ужин. Потихоньку собралась силами. У нас сегодня будет гречечка вкусненькая. Обхожу, чтобы было свет. Накрою. Вареные яйца. Захотелось мне что-то в смяточку яичек. Так, аккуратно. Ну и вот такая курочка. Я ее немножко еще обдула, чтобы она шкурочка хорошо подрумянилась. Так, и приготовила я вот такую тыквочку на десерт. А, пахнет класс. Ну, такие дела. Все, мы садимся ужинать и все на боковую отдыхать. Из-за этой погоды такой какой-то день грустный. Вроде все нормально, и посмеялись, только Шелиска повеселила. И все равно как-то такое, ну, дняк из-за этого ветра, дождя. Так, а еще я свеколочку сварила. Все, она уже готова, у меня часик проварилась. Сейчас солью воду и уже завтра буду что-нибудь из нее делать. Сегодня уже нет сил на свеколку. Слила водичку. А, то я и крышку уберу, все, пусть остывает она. Ну все, друзья, вот такой у нас сегодня денечек. Всем счастливенько. Пока, до новых встреч!